Sveiki, šiandien pabandysiu pakalbinti Ukrainos karį. Aš jį vadinu partizanų, žmogus, kuris tikrai buvo užnugaryje, prieš užnugaryje okupuotame Chersone ir darė tikrai svarbius darbus. Sergei, mūsų znakomis to buvo at Chersona, kada dekupirovali Cherson, мы тогда познакомились, ну реально, не, нас познакомил общий друг, Сергей. Ну если да, будем говорить по правде, это... Ну, это друг у нас есть общий, о котором нельзя говорить. Он познакомил, и все. Все, Сергей, тогда поговорим о тебе. Да. Что рассказать тебе? Как сам оказался, в первую очередь, в армии? В армии. В армии оказался из-за того, что я плохо учился, и меня отчислили. И пришел я в армию. Это была зима, как сейчас помню. У меня дядя тогда служил. А, дядя же мне пришел и говорит, служить хочешь? Говорю, да будем служить. Пришел я тогда, говорят, да не, на срочку брать мы его не будем. 19 лет, говорит, че 18 даже тогда было, или 19, дядя, не, 19. Извини немножко, а дядя военный? Да, у меня два дяди военных. Как в каких войсках? В Чернобаевке служит, в армейской авиации. А, и там, где и служил? Да, да, там, где я служил. У меня дядя командир группы вертолета, он ремонтом занимается, второй в автослужбе служит. Ну, в общем, занимаемся, служим. Ну, и они мне говорят тоже, давай, что. Ну, я всегда просто реально всегда хотел служить. Я никогда не собирался уклониться от службы. Ну, в любом случае, мужчина должен служить в армии, это ему поможет в жизни. Ну и так получилось. Плохо учеба шла или слишком хорошо, наверное, жизнь у меня шла. Поэтому меня отчислили. И потом летом я пришел, говорю, да без разницы, на срочку не берете и не надо. Типа, пойду на контракт. Говорят, ну там есть обязательное условие, это 8-й пункт, как сейчас помню. Из 3 года контракта в армии ты должен год обязательно пробыть в зоне боевых действий. Говорят, ну вот такое же что-то условие. Я говорю, да без разницы. Я говорю, надо поехать, поедем, повоюем. Какие вопросы. Ну, так вот я и попал в армию, где я служил 3 года на контракте. Я служил, и после этого сразу пошел работать в полицию. Но во время службы в армии я восстановился на учебу, закончил учебу, закончил 5 курсов, магистром стал по правоохранной деятельности и бакалавром по правознавству. Ну, я считаю, ну, человек военный должен быть, ну, всесторонне развит, максимально полностью. С любой стороны, с которой не возьми. Да он даже должен быть, я не знаю, копачом хорошим просто. Он должен все уметь делать, он знает, ну, это, я, ну, как по мне, человек военный, это универсальный человек. Ты же попадаешь в разные условия, ты себя не можешь подготовить к той или иной ситуации от слова вообще никак. Тебя к той или иной ситуации готовит то, что ты уже прошел, и все. Так, как ты оказался в полиции? Ну, я в спецназе оказался, я пошел сразу... Ну, не просто в полицию, там, в патрульную или участковый, там, у первоуполномоченный следователь. Я в спецназ пошел служить, так как это, ну, считается плюс-минус полиции, ну, структурный подраздел. Это, ну, там, это полуармия, знаете. Это, как ни крути, оно проще. Я знал, что... Ой, я сегодня день отработал, я 2 дня дома. Я знал, что мне позвонят просто, ночью меня поднимут. Я приеду, сделаю свою работу, которую нужно. И уеду домой. Ну как тебя застала эта дата февраля 24-го? Застала она меня, я же тебе рассказывал, что я уже отказался полностью от службы в армии. Ну просто на тот момент, когда я уходил со спецназа, в полицию уже в кабинет, я в полицию диалога пошел работать. Я уже одевал белую рубашку, туфли, галстук, я уже отдал всю свою военную форму. Я сам себе решил, что, ну, хорош воевать, сколько уже можно. Ты с 19 лет не видел мира белого нормально, ты постоянно форма там и так далее. Знаешь, она тоже такое подзаебывает порой, бывает. Поэтому думаю, да ну все, пойду в кабинет, сяду и буду себе жить спокойной жизнью. Просто у нас... В тот момент, до начала полномасштабной войны, 24 числа, да, у нас 2 дня, ну, это 14-й год и 22-й. Вот за время 14-го года у нас как бы война переросла в обыдняк. Вот так, позиционные бои, никто никуда ничего не штурмует. Последний, по-моему, захваченный была позиция, это в 2016 году была захвачена позиция «Алмаз»
по-моему, в Авдеевке, в промзоне. После того вообще 16-го года никаких продвижений как бы кардинальных вообще не было. Позиционные были бои окопные и все. Как бы линия фронта не двигалась никуда, ничего не происходило на линии фронта. Скучно было, да, для тебя. Братан, ну ты пойми, война вот поменяла очень многое. Вот вспомнить войну до 22-го года. Я помню, когда первый раз прилетела пачка градов. Я думал, блядь, что у меня мир остановится, ну просто все остановилось, и я уже, блядь, вот самый ад, который есть, видел на земле, я вот уже почувствовал его. Могу понять, реально, Но 22-го года, в 22-м году я понял то, что мы с 14-го года, что-то еще такой детский садик был. Ну вот на такой войне можно воевать всю жизнь, ну просто. Ну извини, у тебя война была немножко иначе, ты остался. Ну, Херсоне не ушел, как другие ушли, госслужащие, другие перешли на другую сторону. Почему ты решил остаться и еще не перешел на другую сторону? Ну смотри, почему я решил остаться? Ну, кстати, вот такой вот момент был. У меня коллега был, он сейчас за границей, он через Крым выезжал. И он говорит, у него такая, знаешь, типа паника была. Он не, ну, люди не готовы были к войне, люди не могут быть готовы к войне, но это... Стой, братан. Люди не готовы к войне, это однозначно. Ну, так пришлось, он говорит, отвези меня в Николаев, пожалуйста. Я ему говорю, сер, ну что ты там будешь делать? Ну скажи мне, ну что ты там будешь делать? Говорю, ну по Николаеву так же самое уже прилетело, как и по нам. Говорю, ну после Херсона Николаев будет следующий, это понятно. Ну, вариантов нет. Они, братан, ну они прорвали, они до Антоновского моста там за считанные часы дошли с Крыма. Ну, это смешно слушать. Колонны были по 80 километров. Ну, люди в своей голове вообще не могут представить, что такое колонна техники 80 километров. Это когда хвост еще в Крыму, а голова уже там, условно говоря, штурмует позиции, а еще хвост едет. Хорошо. Ты остался. Чем занимался? Да, я остался, я принял решение, я же не договорил. Я этого человека довез до середины, ему говорю, смотри, горит. Он встал такой, вышли, говорю, смотри, и так показываю рукой, все полицейские на Николаеве едут, вот так вот мимо нас. Я говорю, ну что мы там будем делать? Говорю, ну я типа из дому убегать точно не буду, я не собираюсь этого делать. Они хотят, пускай они и бегут, говорю, я не буду бежать. Ну и так, и я его, кстати, тоже уговорил остаться, и он не выехал. Но ничего страшного, ну, я считаю, мое мнение, и неважно, какое оно будет, каждый мужчина должен защищать свой дом. Он должен стоять, ну, не на жизнь, а на смерть. Вот просто. Тебя война застала оккупацией, скажем так, русские зашли в Херсон, ты остался оккупацией, не ушел. Да. У тебя была группа или ты собрал... Это вообще получилось все спонтанно. Я понимал, что мне нужно оружие, я это понимал, но я не знал, где его брать. Я думал, я был уверен в том, что Чернобаевка, часть там и погранзаставы, они все оружие с собой позабирали, либо они его взорвали, утопили, я не знаю. Я был максимально уверен, что его там нет. И вот когда я этих двух дедов встретил на кладбище, когда, я же тебе говорю, позиции знаю, могу быстро нанести огневое вражение, уйти, и ничего мне этого не будет. И там были эти два деда, я их убить хотел. С кем? Потому что оружия-то не было. Ну вот, я же тебе говорю, у меня был один калаш остался, один калаш у меня был. У меня не было ни брони, ни каски, ничего не было. Но у меня был калаш, у меня была семерка, братан, я чувствовал себя непобедимым просто. Я знал, что семерка делает, она хорошо шьет, понимаешь? Но я без зазора стрелял вообще в машину. Я знал, что там будет шить все спокойно. И вот там же я пришел на эту позицию, и там два деда. Я их хотел убить сначала. Они потом показали документы украинские и так далее. Я им говорю, а что вы это делаете? Я говорю, да вот считаем технику, передаем там то все. Кому они передают технику? Они передавали технику на артиллерию. С ребятами они были, работали. Ну тогда, знаешь, в то время было, вот как я вышел вообще на человека, мне там звонит какой-то тип, говорит, а ты знаешь там то? Да, знаю. И там через три, а потом через три, через пять рук, потом через время я уже начал напрямую работать с начальником артиллерии.
как я понимаю, ты остался заниматься партизанщиной, да, грубо говоря. Да. И вот от этих двоих дедов я им говорю: вы знаете, где есть оружие? Они говорят: да, вон в части полное оружие. Я говорю: откуда вы знаете? Они говорят: да мы трое суток ходим там, говорит, животных, собак кормим. Говорит: ну жалко, умрут. Я говорю: откуда вы знаете, как туда пройти, что там делать? Говорит: так мы служили там, говорит, в части в этой. Так оружие вы взяли из части. Ну и мы поехали в этот же день, чтобы ты понимал, вот русские едут на Николаев по дороге. Мы с другой стороны дороги заезжаем в воинскую часть. Берем все, что успеваем. Быстро садимся, начинаем выезжать. И дороги, вот, вот, вот эта дорога, вот посадка делит метров 20, знаешь, такая вот она шириной. И уже идет дорога на Николаеву. Ну и русские увидели, как мы выезжали с части, и открыли огонь по нам, ну, со всего, с чего только можно было. Ну, со стрелкового, понятно. Ну, укатили, как бы сказать. Ну, мне пуля возле головы стекло пробила. Ну, слава богу, живой остался. Этим моим двоим дедам тоже машину прострелила, застряла вот в стойке двери, застряла пуля возле головы. Вот она прошила заднюю стойку, и в передней стойке двери вот пуля вот застряла возле одного из моих дедов, вот возле головы. Ну, мы выехали, в общем, все закончилось нормально в тот день. Ну и начали мы потрошки собираться и думать, что делать, как бы. У нас уже были гранаты, были еще там сброя огнестрельная была. Через одних знакомых, которые работают в спецслужбе, они мне помогли наменять то, что у меня было, на автоматы. Мы сейчас снаряжился нормально. Да, я сперва понял, что мне нужно для тех или иных задач. Я нашел то, что мне нужно, эти средства. Но все равно со стрелковым оружием ты не партизанил. Нет, я ни разу, честно, я со стрелкового оружия, когда вот именно партизанил, я никогда не сделал ни одного выстрела. Ну, потому что если ты сделаешь со стрелкового оружия хотя бы один выстрел, ну можно засекать время, когда тебя заберут. Но тебя найдут очень быстро. Ну, максимально быстро тебя найдут. Это вообще... значит... Все выбухи, которые были в Херсоне, тоже часть нашей работы с ребятами. Вот у нас с Вигой, с общим знакомым, вот есть еще один такой человек, как я. Вот если собрать, я думаю, нас двоих вместе в кучу, то ну процентов 70-80 все, что взрывалось в Херсоне, делали мы. Ну как мы, наши ребята делали. Потому что я уже дистанционно управлял, так как 30 апреля выехал, потому что у меня угроза была моей жизни и моей семье, угроза была. Родители не выехали. Я выехал 30 апреля, и ровно же в эту ночь за мной пришли домой. Приехало два КАМАЗа с крупными пулеметами. Человек 40 спецназовцев СОБРа зашло. Оцепили весь район, все улицы оцепили и начали штурмовать мой дом. Папу в плен забрали в тот день, ну а потом отпустили его. Ну да, и раза четыре за мной приходили домой, вот. Так хорошо, как выжить в оккупации? Плюс, ну, делал какую-то работу, нужно было выходить, заезжать кому-то, документы нужны, ну, для передвижения, потому что проверки, блокпосты. Я сам знал, как вывозил семью из Херсона, как это все выглядело, как с ними разговаривал, как они проверяли все и так далее. Как ты? Ну, ты мужик, там женщина с детьми, а ты мужик, то ты понимаешь, что сразу... Ну... Как правило, всегда старался ездить сам, чтобы никого... Я понимал, что я повышенная угроза и риск для любого человека, который рядом будет находиться со мной. Даже если я посажу этого человека вот просто подвезти, вот будучи, я его не знаю, и меня начнут русские принимать, но этому человеку будет... максимально плохо, я это знаю. Мои друзья, которые были в Херсоне, они знают не понаслышке. На блокпостах находили, если у кого-то из моих друзей номер телефона или подписку в Инстаграме там даже на меня, то, ну, в лучшем случае их просто очень сильно пиздили. Очень сильно. Ну хорошо. Ну, люди доказывали, ну, чтобы ты понимал, Вига, я всю жизнь в футбол играл. И у меня очень много друзей-футболистов там было. Они говорят: мы в футбол играли. Они говорят: а ты знаешь, что он делает? Они говорят: да я не знаю, говорю, что он делает. Мы просто когда-то играли вместе в футбол. Он говорит: пошли, сейчас расскажешь, что ты знаешь.
Ну хорошо, но команда все равно, ты же не один передвигался, команда работала. Никогда мы не передвигались вместе, никогда. Мы втроем, ну в исключительных случаях мы передвигались втроем. У нас было условное время, условная встреча в условленном месте. Мы знали, что вот во столько-то времени мы встречаемся там. Если что-то пошло не так, у нас есть другая контрольная точка. Мы через, значит, через час мы должны все встретиться вот там, вот на этом месте. Мы понимали, что если в какой-то момент на какой-то, давай с ним сюда, на каком-то этапе где-то что-то идет не так, значит, нужно что-то делать. Ну хорошо. Оружие было. Откуда взрывчатка? Потому что делать взрывы, то все равно ты части не достанешь так, ну, чтобы валилось где-то. Ну, оружейки, взрывчатка, скажем так. Да. Ну вот смотри, когда я вот с нашим общим другом же познакомился уже, когда выехал, и я уже дистанционно своих ребят учил делать. Я слышал об этом. СВП, как бы. И, ну, сперва, понятно, сперва мне говорят, как надо делать, потом я своим людям рассказываю, каким надо делать. Передавали через определенные коридоры, мы знали, куда и взрывчатку можно было передать. Нам пластид приезжал вместе с электродетонаторами и со специальными устройствами, которые можно воздействовать на большом расстоянии. Это пульт, там, варианта вообще масса. Можно и сигнализацией взорвать человека, да. если захотеть, но можно сделать очень много. Фантазия нужна. Нужна фантазия, да, ты прав. Нужна фантазия и чуть-чуть понимание того, что ты делаешь, и все. А там уже, ну, импровизируй, знаешь, ну. Хорошо. Пришел день деоккупации. Вот что ты почувствовал? Вот, ну, ты мог, я знаю, что мог уйти из армии, ну, как бы мог, те, да, которые были в оккупации, в армию, ну, не берут, если сам не захочешь. Ну, хоть как мне объясняли. Но ты пошел. Я вообще не рассматривал вариант уходить, ну, в смысле. Ну, закончить надо будет тогда, ну, вообще у меня конечная цель, задача, это вот так вот снять плавки и в Крыму покупаться. Вот тогда вот все, заканчиваем, наверное. Так можно через нашего общего друга? Да, ну, слушай, такое... Ихние ребята заходили как раз. Я не хочу на катере ехать на мистер Ханкут и штурмовать их там. Ну, это такая, знаешь, не самая лучшая работа в мире, поверь. Я верю. Не, на самом деле надо понимать одно, что оккупация и работа в оккупации — это... Ну это пиздец. Ну хорошо, как ты проходил блокпосты? Все равно ты должен... Ну, как я проходил? Ну, вот я же тебе... Вот как психология человека, потому что, ну, я пришел в блокпост, ну, показываю паспорт, что, меня, ну, не вопрос. Я знаю, как границу прохожу у поляков, если у меня там есть дроны, у них много вопросов, а здесь ты... Да, здесь будут тупые вопросы, вот, например, а что ты в армии не служил? Я говорю, ну, просто не доводилось. Он говорит, так я тоже не служил, говорит, прикинь. Я смотрю на него, знаешь, ну, и что ему ты ответишь? Сидишь и молчишь, ну, что он будет говорить, хер его знает. И ждешь что-то, ну и ждешь. Да как, надо просто, нельзя показывать, знаешь, какого-то им, вот, чувства слабости. Вот нельзя им дать спойматься, вот, вообще, вот, прочувствовать тебя. Ну это, знаешь, блокпосты, оно такое, это... Вот я говорил, ну, типа, это фигня, это не страшно. Вот страшные были, знаешь, блокпосты большие на вот там выезде, как в Береславе был, в Давидовом Броде, в Снегиревке. Вот мне запомнился один ФСБшник в Давидовом Броде, через Давидов Брод выезжал своей семьей. Он не брал документы в руки ни у кого, вот просто. Он говорит, даешь ему паспорт? Он такой стоит, говорит, не надо мне паспорт ваш, заберите его, спрячьте. Говорит, а давайте поговорим. Давайте. Задает он тебе вопрос. Ты видел русскую, ну, ты видел технику по дороге, когда выезжал? Ты говоришь, нет. Он говорит, ты что, долбоеб, с закрытыми глазами ехал? И говори дальше с ним. Я понял. И вот ты, вот ты, вот ты должен, ты, чтобы ты понимал, ты должен своим разговором ему вообще не дать ни за что зацепиться. Ни за одно слово. Ну, если он прочувствует, что ты где-то ему врешь, ему не надо твой паспорт, ему ничего не надо. Они тебя заведут на подвал, а дальше ты уже все расскажешь. Ну, там вариантов у тебя, поверь, не будет других, ну. Знаешь, как рассказывает там наш общий друг? Говорит, ну, например, попал ты в плен, да? Говорит,
Ну, тебя там пытать начинают. Говорит, ну, я тебе должен представить, говорит, что ты лежишь, например, вот сейчас мы на Аркадии с тобой, да, вот я лежу на Аркадии, у меня бокал пива, кальян, какая-то там тёлочка вот сбоку лежит, у тебя все хорошо. А я ему говорю, братан, говорю, а как ты можешь это представить, когда тебе сверлом черепную коробку сверлят? И он смеется, говорит, ну, блядь, тут вариантов нет, говорит. Попался. Да. Не, на самом деле смешно, оно так и есть. Ну, поломают там любого, мне кажется. Ну, это и... вопрос времени, как я понимаю. Да. Вот, знаешь, у меня друг был, он всю жизнь занимался спортом, дрался, вот. И его споймали русские, он 2 недели в плену посидел. Я ему звоню и говорю, типа, слушай, есть работа? Говорит, давай поработаем. Он говорит, братан, говорит, меня так поломали, говорит, как будто бы в жопу выебали. Говорит, я вообще боюсь теперь всего. Говорит, я даже сам себя боюсь. Говорит, потому что я такого сам себе наговорил там. Хорошо. После деоккупации ты остался и сейчас пошел специального назначения подразделения Людь, да? Да, в штурмовую бригаду. Штурмовая бригада Людь. Да, штурмовой полк Цунами. Да, сейчас ребята выполняют боевые задачи на бахмутском направлении. В Клещеевке. Такое, конечно. Ну, чё? Первые блины комом идут пока что. Ну, и есть, конечно, положительные результаты, но пока это так, знаешь. Ну, надо понимать, это новостворенная бригада, это, ну... Это бригада, ну, штурмовая, у нее ни техники нет, у нее ничего нет. Ну, штурмовая пехота. Автомат, окоп, все, вперед, и вперед. Это ж не механизированная, знаешь, бригада, когда у тебя есть в подчинении танки, артиллерия, там, броня, да, там еще что-то. Нет. Возможности, ну, реально, штурмовиков, они... Ну, скажу, вопрос такой, ну, где легче, партизанщиной заниматься или, вот ты говоришь, штурмовиком? Слушай, ну знаешь, как я тебе говорил, и то, оно как бы, ну, тяжело, но надо понимать одно, вот я объясняю, еще раз скажу. Вот партизан — это тот человек, который работает в тылу врага. Да. Вот смотри, да, Вига, вот по сути бежать некуда, ну реально. В окопе ты можешь уйти, правильно, с позиции, ну, можешь? Да. Можешь уйти. Согласен. Ну, тебя могут ранить даже, тебя вывезут куда-то. Там, в самом плохом случае, ну, штурм неудачно прошел, дай бог, с тобой все нормально, ты домой приехал, в мирный город, и с тобой ничего не будет. А здесь ты ложишься спать с мыслью, так, блядь, сегодня придут, не придут, вроде бы все нормально же делаю, да? Все, заебись, можно ложиться спать. Ночью лег спать, слышишь, по калитке где-то, блядь, уебало какая-то собака, ты уже хватаешься за все, что тебе только можно, пистолеты, гранаты, автоматы, и все, бежишь на улицу. Потому что ты не знаешь, что там. Ну, как говорил, что у тебя семья есть. Как на все это смотрит жена, ребенок? Да, конечно, плохо все на это смотрят. Кому понравится, что в чьей-то семье кто-то воюет. Ну, война — это всегда плохо. Никому это никогда в жизни не понравится, когда кто-то из твоей семьи воюет. Вот от слова «вообще». Ну, это у нормальных, знаешь, людей, не у русских, которые посылают своих на войну, чтобы там денег какие-то заработать, или потому что он бухает, заебал, да? У нас все по-другому, они теряют пидорасов, понимаешь, они именно отребья своей страны теряют, а мы уже перемололи в цвет нации свой. У нас молодых парней, блядь, ну, толковых уже и ну, толком, наверное, и, ну, как, остались, понятно, это по большому счету, если брать, ну, а так реально же, ты же сам понимаешь, ну, вот, всех таких нормальных вояк, вот заряженных наших, ну, замололи дохуя. А сколько времени вот нужно, чтобы подготовить вот с нуля, вот, допустим, вот сейчас мы идем... Мое мнение? На Аркадии, там пляж, девки, пацаны гуляют, бары полные и, ну, отдыхают. Вот такого берешь, допустим, призываешь, и сколько времени? Как, нам надо его подготовить быстро или время есть у нас? Не, ну скажем, что было, можно было выполнять задачу. Не то, что быстро подготовить, а чтобы выполнять задачу. 3 месяца. 3 месяца, да? Ну, если реально, понимаешь, вот же опять, если 3 месяца, если этих 3 месяца ты будешь четко все делать, вот человек у тебя не будет, знаешь, 3 месяца копать лопатой. Mm-hmm.
Вот он будет инженеркой заниматься, он будет сегодня стрелять, завтра он будет осваивать, блядь, топографию, которую он будет думать, что она ему вообще никогда в мире не нужна. А я, братан, чтобы ты понимал, самое больше в жизни расстроился, и я себя считаю вот до сих пор, типа, вот очень таким вот нехорошим человеком. Я вот, вот с картой, типа, вот топография, ну я, ну вот пиздец. Хотя это очень... Не дружишь вообще с топографией? Вообще, вот чтобы ты понимал, вот мне зов понял, никто этих не привил, а это очень важная штука. Да я себе в любом поле карту открыл, ну, накрыл все и подавил все, что мне надо. Надо же понимать, где ты находишься. Не, ну как, знаешь, какие-то минимальные познания есть, но я хотел бы, чтобы их было у меня на порядок больше. Вот намного больше. Как я понимаю, жизнь научила и к топографии. Ну, немного, конечно, наводить же артиллерию надо. Было. Хочешь, не хочешь. Во-во-во, к этому и заходим. Там Чернобаевка 20-0. Ой, на самом деле, там сколько было? 30-0, да, писали? Я не знаю, реально. 40-50. Ну, на самом деле, там было, наверное, 150, понимаешь? А то и даже больше. Ну, это, знаешь, такие прям мега большие считали. А так их каждый день лупили там просто. Ну, там просто, ну, ты ж был, ты видел, там нереально было промазать. Да. Ну ты ж видел, ты ж тебя ж приводил туда, ты ж видел, там нереально было промазать. Вот от слова вообще. Ну вот согласись, если бы пидоры там в том участке вот Чернобаевки аэропорта бы заняли оборону, ебать было тяжело с ними сражаться. Да очень тяжело было бы сражаться. Ты видел там окопы. Ну ты ж помнишь тот окоп, когда ты вот так вот ныряешь вниз и проходишь 70 метров под землей и выходишь аж на взлетную полосу туда. Не работает опять? Работает, я заряд поставить еще. Батарейка, но... да, сегодня? Возьми пауэрбанк мой. Нет, что-то потом, если что. Ясненько, дружа, как сказать. Пауэрбанк, ну смотрите, блядь. Артиллерия, вот это все, ну интересно. Ну, но оно же, если знаешь, людей не учить этому, оно имеет дурные последствия. А дурное последствие на войне это смерть. От своего незнания там и так далее. Ну... Я вообще говорю, нельзя людей винить в том, что они там вот пропадают, да? Как бы они молодцы, они все делают правильно, они хотят защищать свою страну. Но надо... Мы с тобой сегодня говорили, их этих людей учить надо было. И очень много, ну... Нас люди элементарного не могли понять, зачем вообще интернет какой-то, да, интернет-чистота, например. Я вот людям рассказываю, что у тебя вся информация должна быть на одной электронной почте, которая вообще ни под что не привязана, это скрыто там. Вот мне человек говорит, а зачем это? Ну ты ему пытаешься объяснить, но ты себя с этим спасешь. Он говорит, ну чем я себя тут спасу? Ну а на самом деле, вот они же и пробивают эти все мессенджеры и так далее. Братан, да у них есть программы, они видят прям вот в реалии, как я с тобой переписываюсь. Вот почему и говорят, вот я всегда, вот как меня учили, так и я учил. Нужно общаться голосовыми сообщениями. И только голосовыми сообщениями. Потому что у пидоров голосовое сообщение, ну даже если чат открывают, понял? Угу. Они видят кнопочку play, картинку. Но не, ну, клавишу, понял, прослушать. Да. Не просто картинку плея видите. Ну и ну, ты представь, это вообще элементарное, вот начало вообще просто. Люди этому же никому не учили никогда, ну. Ну вот, да, вот по поводу подготовки, ты говоришь, сколько нужно времени, чтобы подготовить бойца. Вот, например, вот в Европе бойцов готовят вообще, ну, как по мне, у нас просто разные подходы, да, к войне. Мы с тобой сегодня говорили об этом. Конечно. Я вот задаю Виге вопрос, говорю, слышь, братан, говорю, ты бы прыгнул, говорю, в бэху, так вот подлетел бы до окопа и сразу хуяриться с пидорами бы начали. Говорю, нет, да, я нет. Заказал артиллерию. Не, братан, смотри, есть только ты, БМП, отделение и пидорасы. И тебе надо по-любому хуяриться с ними. Все принадлежит от ситуации, как я говорю. Да, друже. Ну, люди реально приезжают без... Ну, подготовка не та, которая должна быть вообще. Вот, ну, я расскажу, вот, человек у меня приехал с обучения в Британии, да? Я ему говорю, расскажи, ну, чему тебя научили. Я не говорю, что это неправильно как-то и так далее, но оно у нас, ну, не совсем работает.
Ну, вот он пришел, говорит, типа, вот автомат, вот постоянно пальчик там вверх. Я говорю, ты что, бля, долбоеб? То есть я должен был ствол, говорю, вот так вот быть всегда вперед. Он типа, говорит, да нет, типа, смотри, типа, должны же сначала там самолеты залететь, передний край, самолеты валят. Говорит, потом РСЗО валит, типа МЛРСок там вот этих всех, что есть, гатят. Потом артиллерия включается, арта добивает, говорит, и мы там где-то заходим, немножко почищаем. Я стою и ржу, понял, Сет? Он говорит, а что ты смеешься? Я говорю, ну у тебя такого не будет. Говорю, у тебя будет нахуй просто коп, пидорас. Я говорю, надо штурмовать. Ясно, дружан. Он посмотрел на меня и огорчился, конечно. Ну, братан, это правда, пойми. Ну, то есть... Я понимаю, о чем ты говоришь, что это реальность та, которая сейчас на фронте. Вот вас в Литве, наверное, вообще люди не понимают, что такое война, вот мне кажется. Если... А знаешь почему? Я тебе объясню почему. Если у нас люди в Тернополе вот сидят, да? А у меня друг поехал по работе в Тернополь и говорит, типа, братан, скинь мне видео, говорит, типа, с окопов, как вы хуярились, понял? И я скинул видео, там видео есть, короче, с одного подразделения, не буду говорить какого. Молодой парень пошел на штурм. И я не знаю, может, это в него первый бой. Ну, я склоняюсь к тому, что это у человека был первый бой, и он, ну... Ну, он первый раз в бой попал, и знаешь, Вига, он, у него состояние, он же сидит в пидорском окопе, вот такой вот склеенный, понял, и рыгает. И вот это успокаивает все, типа, блядь, да, ну, Коль, там, Петь, все нормально, выдохни, типа, все заебись, мы с тобой, а все, он вот это все, и рыгает, понял, да. И я вот так вот, короче, видео скинул, это Украина, это не, ну, это не Европа, там, где-то, знаешь, какое-то там вообще Заполярье, это Украина, это вот... Далеко ехать не нужно. И знаешь, что люди говорят после просмотра видео? Они говорят, что реально так война идет? У нас в Украине? Говорит, ну реально прям вот так вот, говорит, в окопах хуярится, говорит, как Вторую мировую. И они были в шоке. Братан, 1.5 года войны в Украине. Люди были в шоке, что мы так воюем, ты представь. Это музыка. Музыка, да, давай. Давай заканчиваем тогда. Ты хочешь поговорим еще, если хочешь? Потом я еще хочу подзарядить еще аккумулятор. Да, давай, давай, пойдем пока посидим, прогуляемся, да? Все, тогда на этот раз делаем паузу. Паузу пока, да. Техническую. У нас вообще с Вигой уже третья, это пауза, оперативная такая. Такая тактическая пауза. Да, мы сейчас тоже возьмем тактическую паузу на Аркадии где-то, на бокал пива, вернемся. Вернемся по откровению поговорим. Да, ну чуть-чуть будет уже по откровению истории, будем рассказывать, как убивали нахуй. Да, все, друже, тогда. Дякую тебе.